Друзья, всем привет! Сегодня хочу снять видео на тему выжимного подшипника Мотоблок Форте. Хочу поделиться проблемой, с которой я столкнулся, и таким образом себя не уберег, конечно, но вам, я думаю, это поможет. То, что когда покупаете мотоблок новый, да, то перемажьте подшипники. Перемажьте подшипник и выжимной. Да, вот этот тут, который внутри. Видим здесь, да. Также еще один подшипник. Их тут три подшипника. Да, на вот этой вот крышке. Да, тоже есть подшипничек. Поэтому вот эти подшипники, их желательно сразу перемазать. Потому что потом, когда будете работать, то может случиться такая же проблема. Заклинит и все. А если это сезон, если надо срочно делать работу какую-то, да, то я думаю, вряд ли у кого-то дома просто валяется выжимной подшипник. Так как, к примеру, я живу не в городе, поэтому, ну, сейчас мне придется заказывать, скорее всего, либо по интернету его, либо, так как это районный город, возможно, ну, рядом с нами районный город, возможно, даже у нас в городе такого подшипника и не будет. То есть, чтобы уберечь себя от такой проблемы, да, надо периодически заглядывать. Или, по крайней мере, когда купили сразу же, да, надо посмотреть, есть ли смазка. Да, ну, понятно, что вряд ли там будет хорошая смазка. То лучше перемазать, ребята. Ну, а я сейчас, так как надо срочно доделать работу, может быть, как-то я его разработаю, я его вот солярочку тут закинул. Стал уже шевелиться, по крайней мере. Сейчас еще его перемажу. Ну, он уже весь болтается, весь шатается. Может быть, дофрезеровать мне его хватит, пока мисс, да, я приобрету новый подшипник. Ну и эти подшипники, конечно, тоже я перемою и смажу. Так что, ребята, вот такая вот проблема. Да, надеюсь, кому-то помогу. Поэтому всем, кому было полезно видео, да, я думаю, несложно поставить пальчик вверх. Да, а мне будет приятно. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.